Глава 41 книги Иова. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко так, что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство, пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется ему сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости».